Кросс наций – это ежегодная всероссийская акция, которая проводится с 2004 года. Ее главная особенность в том, что старт бегунов в разных местах региона проводится параллельно, в одно и то же время. Суммарно по Оренбуржью в забеге принимают участие до 50 тысяч человек. Чем привлекателен, да, это привлекательное это мероприятие, то, что это беговые дисциплины, да, ну, наверное, самый доступный вид физической культуры и спорта, который может быть. Прекрасная возможность себя протестировать на дистанции, да, именно пробежать на время, посмотреть свой результат. Ну и, конечно же, всегда это традиционно проводится осенью. Прекрасная погода сейчас, вот золотая осень, да, можно на природе получить еще, скажем так, заряд бодрости и поучаствовать в таком прекрасном мероприятии. Кросс нации пройдет во всех муниципальных образованиях региона в субботу, 16 сентября. Центральной площадкой традиционно станет большая поляна в Зауральной роще города Оренбурга. Для того, чтобы стать участником кросс-нации, необходимо прийти в комитет по физической культуре и спорту, оставить заявку. И второй вариант сейчас, как такой пилотный проект, так скажем, на госуслугах можно зарегистрироваться. На сегодняшний день уже регистрация идет. Заявки подаются, и в городе Оренбурге уже зарегистрировано 2175 человек на сегодняшний день. Победители забега будут награждены медалями, приуроченными к столетию Министерства спорта России. Бесплатно поучаствовать в кроссе может каждый желающий. Артем Вербицкий, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.